В Люксембургском музее в Париже проходит выставка работ одного из самых известных художников прошлого века – Марка Шагала. На обозрение публики выставлены более сотни полотен, собранных изо всех уголков мира. Марк Шагал на своем жизненном пути не раз становился свидетелем трагических событий. Он пережил две мировые войны, но все равно вплоть до своей смерти оставался жизнерадостным человеком. В своем триптихе «Сопротивление, возрождение, освобождение» художник в сюрреалистическом стиле умело изобразил страдания как евреев, так и христиан. Ценители искусства, которые посетят выставку, смогут увидеть почти весь 20 век глазами одного из известнейших художников тех времен.